Как перевести время на мобильных устройствах, объяснили в Минцифры. В профильном ведомстве отметили, что пользователи уже начали получать уведомления о переходе на единый часовой пояс от информсистем сотовых операторов. Нужно лишь обновить программное обеспечение устройств до последней версии. Или же необходимо включить автоматическое обновление времени. Авиакомпании и Казахстан Теміржол-ЭТО также начали уведомлять пассажиров об изменении графиков авиарейсов и поездов. Пассажиры ЖД-рейсов могут обратиться по интересующим вопросам через единую телефонную справочную службу по номеру 1433. Между тем, вице-министр нацэкономики Тимур Жаксылыков рассказал, как смена часового пояса может повлиять на бизнес. Бизнес получит долгосрочный позитивный эффект, связанный с тем, что у нас во всех регионах нашей обширной страны рабочий день будет начинаться в одно и то же время. И все процедуры, связанные с получением, допустим, и государственных услуг, будут начинаться и заканчиваться в одно и то же время. И в целом думаю, что это, конечно, определенное улучшение условий для бизнеса создает.